Может показаться, что мы здесь веселимся с девчонками, колбасимся, пьем пиво. На самом деле мы осуществляем акт патриотизма, делая все это в поддержку нашей сборной в матче с Польшей. И наши ребята не могут не чувствовать нашей максимальной отдачи в этом процессе. Совсем немного времени прошло с тех пор, как мы встречались здесь же. Настроение стало хуже, вот честно скажи. Удач без неудач не бывает. Настроение болельщиков осталось тоже, а может быть стало даже лучше. Почему? Потому что, ты ж пойми, поддерживать важнее именно тогда, когда не все хорошо. Когда все хорошо, и поддерживать особо не нужно. Помимо того, что я, конечно же, болею за нашу сборную, я болею за футбол. Я хочу смотреть красивый футбол. Если бы Украина не прошла финальную часть чемпионата Европы, вот был бы смысл фан-зону такую организовать? Как вы думаете? Я думаю, что нет, потому что очень много болельщиков нашей сборной, и, к сожалению, она нас подвела, но мы до этой минуты верим в лучшее, поэтому до сих пор фан-зона функционирует. Так вы понимаете, что успех фан-зоны и как культурного объекта, и как коммерческого, получается, заведомо зависел от успеха наших футболистов, да? Ну, в большей степени, да. Здесь, в фан-зоне чемпионата Европы по футболу 2016, Альдебир представил свое пиво, а также культурную программу на главной сцене. На вот коммерческую часть, скажем так, все-таки повлияло то, что неудачно сыграла наша команда. А вот что касается культурного наполнения. На коммерческую часть, конечно же, повлияло. Люди просто разделились на людей, по-настоящему любящих команду, которые будут с командой всегда, и людей, просто любящих хорошее выступление своей команды. Что до наполнения шоу, мы вас ждем, и будет интересно вне зависимости от побед или поражений. И большая часть чемпионата еще впереди, и это хорошо. Прокомментируй, пожалуйста, выступление наших футболистов. Ребята стараются как могут, но два матча меня просто разочаровали. Тактика не такая, стратегия, так сказать, не совсем удовлетворяет меня. Но все равно они молодцы, сегодня держим за них кулачки, я думаю, они молодцы. В любом случае, удалась ваша затея? Ну, мы только начали недавно, и мы сделаем все возможное, чтобы наша затея удалась, развивалась дальше, несмотря на поражение нашей сборной. Но, тем не менее, мы найдем пути, как порадовать жителей нашего города. Предстоят же самые важные для футбола, для мирового футбола матчи в ближайшее время. И мы будем иметь возможность здесь же посмотреть их и поболеть вместе. Совершенно верно. Я обязательно приду на полуфинал. Я обязательно буду здесь на финал. Друзья, это точно будет классно и интересно. А мы будем расти. Спасибо.